году, успокойся. Все, ладно. Все, все, иди. Короче, подарила. А все, сейчас я упаду, реально. Все, шахнулся, подарили телефон, а она прямо бесится. Не знаю, что делать. Короче, мы уже с папой давно планировали. Мы давно планировали покупать ей телефон, но, видимо, сегодня вот так решили, все настроила, все сделала. Сейчас скачаю Инстаграм ребенку и ТикТок. Она ТикТок хочет. Вот. И Инстаграм, и ТикТок там под родительским контролем.